цветы. Боже мой, как это здорово. Все-таки это расслабляет. Во, ромашковое поле. Я, знаешь, всегда мечтала найти ромашковое поле, забежать и прям плюхнуться в объятия этих прекрасных цветов. А я уже это сделала, Оль. Я тоже очень люблю отдыхать на цветах. Это свежесть, это ощущение уюта, ощущение радости, какого-то вообще очень приятного такого, ты знаешь, детство вспоминается, когда видишь полевые цветы. Деревня, да? Бабушка, пчут коровье молоко, потому что на лугу пасутся коровы, которые потом молоко дают. Кстати, а вот на лугу пасутся коровы, а Юля Колосова улеглась в объятия. Ну, вообще-то, что ты легла? Ну, я легла, чтобы продлить ощущение уюта, потому что, недавеча, как сегодня утром, Олечка, я проснулась именно на этом постельном белье. Это мой комплект. И причем я не говорю так о каждой вещи, если вы не заметили, да, кто-то, может быть, обратил на это внимание. Это мое действительно белье сегодня утром, несколько часов назад до работы я встала именно с этого комплекта и пришла к вам сюда. Я сплю на родных просторах, я выбираю для себя натуральные ткани, мне нравится сочетание клетки с этими приятными полевыми цветами и натуральный хлопок. И это постельное белье уникально. Это постельное белье зима, лето. Это комплект, который подойдет вам и на зиму, и на лето. Двусторонний пододеяльник с хлопковой прослоечкой, который может служить полноценным летним одеялом. Я вам обязательно все покажу. Хороший анонс прозвучал. Итак, я бы хотела напомнить, что Юля Колосова сегодня проснулась и спала сегодня именно на этом комплекте постельного белья. Если вы также хотите заказать для себя качество, удобство, комфорт в виде нашего исполнения под названием «Родные просторы», звоните. Юлечка, вот ты скажи, пожалуйста, каким настроением просыпаешься, когда ночуешь на родных просторах? Я просыпаюсь всегда, во-первых, с зарядом энергии. Иду на работу полная сил, потому что выспалась, отдохнула как следует. Хотя сплю, сама знаешь, никак уж не 8 часов, ну столько времени нет. Но постельное белье, когда качественное, Оль, когда оно дышащее, когда оно из натуральных материалов, когда нравится принт, все, когда устраивает, то тогда и 6 часов для сна хватает. Уж поверь моему опыту, 8 часов у меня нет. 5-6 часов я сплю, к сожалению, ну больше просто времени нет. Поэтому выбираю качественное постельное белье, которое позволит мне даже за короткое время выспаться и получить полноценный отдых. А вы хотите высыпаться? Вы устали от бессонницы? Вот как моя мама, например, она говорит: Оль, я все время либо овечек читаю, либо книжки читаю, только тогда засыпаю. Вот телевизор как-то у нее не получается. А если вы хотите избавиться от бессонниц, тогда закажите для себя родные просторы. Посмотрите на эти цветы. Вот они. Очень близкий узор к нашей русской душе, да? Вот да. Все россияне сейчас меня поймут. Русские цветы, русский орнамент. Вот оно поле, в котором хочется оказаться прямо сейчас. Да, действительно, принт располагающий. Уж поверьте мне, мне тоже очень нравится. Мне нравится, что он двусторонний пододеяльник. С обратной стороны клеточка. Такая же клетка у нас на простыне. И наволочки тоже в клеточку. Но, конечно, это под любое настроение. Принт я вот стелю, как покрывало, вверх клеткой. А сплю. И вот такое вот у меня, когда более праздничное настроение, ты знаешь, переворачивают цветами. Ну что ж, раскрываю главный секрет. Давай. Бязевых комплектов огромное количество на телеканале Shop & Show. А этот комплект уникален, он отличается от всех остальных. И вот оно, в отличие, в руках у меня. Вспомните обычные пододеяльники, Оль, как они выполнены. Так. Это ткань и ткань, да, две стороны и карман, и мы кладем туда одеяло. А здесь смотрите, что придумали дизайнеры-производители. С одной стороны просто ткань, хлопковое бязевое полотно, а вторая сторона это стеганая, плотная сторона с прослойкой из хлопка. То есть родные просторы могут служить полноценным легким летним одеялом и еще покрывалом. Так, ну самое главное, что это хлопок, Юлечка. Вот расскажи, пожалуйста, как из этих облачков, которые, по-моему, ты говорила, в некоторых странах собирают ручную еще, рождаются такие шедевры? Скажи, пожалуйста. Действительно, это сырье для производства постельного белья просторы, родные просторы. Это натуральный стопроцентный хлопок, это прочнейшая вязь, это наше качество по ГОСТу выполненное. И это постельное белье и на зиму, и на лето. Уникальность его в том, что пододеяльник двусторонний,
стеганы, и там есть прослоечка из хлопка, которая создает воздушную подушку, и мы можем использовать его как легкое летнее одеяло, а еще и как покрывало. Вот обратите внимание, вот оно стеганое. Угу. Чтобы видно было хорошо, возьмите, наверное, сверху, да, мы посмотрим сейчас. Стежечка идет, видишь, как на покрывале. То есть родные просторы вы можете использовать и как покрывало. То есть застилать свою постель, правильно? Я именно так и делаю. Я утром переворачиваю клеткой, мне нравится в клеточку, и все, и я покрывало не использую. Слушай, это еще особенно спасение для тех, кто спит на диване раскладном, правильно? Смотри, вот там же нужно все время постельное белье собирать и обратно убирать, да, чтобы диван собрать. Зачем собирать диван? Вот можно просто прикрыть вот нашим пододеяльником, да, пододеяльник очень похож на покрывало, стеганое, посмотрите, это стеганое покрывало. И все, и можно постель не убирать, правильно? Правильно, многофункциональные родные просторы. Это и одеяло легкое летнее, потому что у нас в двусторонней подстежечка из хлопка вот такой пододеяльник. Вот у меня муж, например, Оля, вообще под теплыми одеялами, вообще вот будет вот чуть-чуть толстый, он уже не ляжет. Он говорит, мне надо что-то такое, чтобы между простыней и толстым одеялом. Ага, выбрала, когда появились родные просторы, я говорю, вот оно твое легкое одеяло. И не жарко ему. Он всю ночь спит, утром просыпается тоже с удовольствием, мне его не отдает. Угу. Я под обычным сплю, а он под этим. А зимой мы сюда помещаем обычное одеяло. Вот помещаем обычное одеяло сюда для зимы. Зимой, летом оно нам не нужно, мы его вынимаем, и вот оно само по себе одеяло. То есть это пододеяльник-одеяло. Вот, пододеяльник-одеяло. Вот это бестселлер телеканала Шоп-н-Шоу, хит наших продаж. Многофункциональное, зима-лето, постельное белье, родные просторы и пошитое еще качественно. Я, Оля, всегда выверну белье наизнанку и себе уж точно не буду выбирать белье, которое разойдется завтра-сегодня. Конечно. Посмотрите, качественно. Дороже обойдется. Совершенно верно. Качественная обработка машинной пятиниткой, надежная, тесемная. Я стирала уже 10 раз постельное белье, 9 или 10, не помню. Прекрасно служит, не переламывается, не пережимается, в геометрию не теряет, карман огромный захлест. Все плюсы собрали дизайнеры в постельное белье «Родные просторы». Спите на натуральном хлопке. И этот хлопок, это нежнейший бязь, отличается, есть уникальная особенность у постельного белья «Родные просторы». Внимание! Это не только постельное белье, это еще и одеяло и покрывало. Это три в одном. Многофункциональное постельное белье, за это я его и выбираю, Оля. Юль, я хочу тебя спросить, здесь несколько размеров представлены. Полутораспальный, двуспальный, 2+. Что это? Рассказывай. 2+, это где в двухспальном будет увеличенная простыня. Она для нестандартных матрасов, для больших ортопедических. Это увеличенный размер простыни. Так. Есть комплект семейный, он с двумя пододеяльниками. Угу. Они каждый полутораспального размера будут. Прекрасно. Вот если у вас такая же борьба ночью происходит, как у меня с мужем, вечный процесс перетягивания одеяла в процессе сна. То я на себя, то он на себя, то я на себя. Я какой, как выспаться здесь невозможно. Возьмите семейный набор, там 2 пододеяльника.